Привет, друзья! Российский военнослужащий показал захваченный украинский 40-миллиметровый подствольный гранатомет М320А1 американского производства. Гранатомет М320 разработан в 2008 году немецкой компанией Heckler & Koch для замены 40-миллиметровых подствольных гранатометов М203 армии США. Гранатомет устанавливается под ствол винтовок или может использоваться сам по себе. М320 может стрелять всеми гранатами НАТО – фугасными, дымовыми и осветительными. Для него также разработаны экспериментальные гранаты с беспилотной воздушной системой GLUS. Запущенные таким образом дроны могут управляться 90 минут на дальности до 2 км. Прицельная дальность стрельбы гранатомета 150 метров, максимальная 400. Погрешность на дальности 350 метров плюс-минус 5 метров. Гранатомет может иметь прицел дневного и ночного видения. Стоимость гранатомета М320 – $3,500. Вес – 1,5 килограмма. Очередной трофей иностранного образца, 40-миллиметровый гранатомет. Спасибо, украинская. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.